Ladies and gentlemen, the medal ceremony for the men's 10-meter air rifle will now take place. And the medals and trophies will be presented by Herr Franz Schreiber of Germany, Secretary General of the ISSF. He's accompanied by Mr. Elvin Ismailov of Azerbaijan, Vice President of the General Sports Club. And the bronze medal representing the People's Republic of China goes to Zhu Jinan. Thank you.
We can now take the opportunity to have some photographs. Эй, нарушай. Я чувствую себя прекрасно. Это мой первый финал Кубка мира. В этом году я хорошо стрелял практически на всех этапах. И я доволен тем, что я выиграл золото на финале Кубка мира. Все-таки это очень достойная медаль. Только сильнейшие стрелки здесь собираются. И я чувствую себя прекрасно. Во время финала в начале было небольшое совсем волнение, но тут же прошло. И, в принципе, весь финал как начал лидировать. Я чувствовал себя спокойно и, самое главное, уверенно продолжал делать свою работу и лидировать, и остался лидером. Если честно, я сделал хороший выстрел. Ну, может, немножко повезло, что я попал именно 10,9. Но это прибавило мне уверенности в себе, и я почувствовал, что уже сил еще больше стало, и победа близка. Я не собираюсь останавливаться сейчас. Я буду как раз продолжать тренироваться. Новый сезон уже скоро. У нас будет отбор на чемпионат Европы следующий. Ну и, собственно, чемпионат Европы, этапы Кубка мира, европейские игры, которые пройдут здесь. Ну, ко всему этому я буду готовиться и к чемпионату Европы летом. Да, я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто болел за меня, тренерам, Евгению Анатольевичу Крайнову, нашему тренеру группы, Олейникову Евгению Васильевичу, моему личному тренеру и моему отцу личному тренеру тоже огромное спасибо за то, что вы меня воспитали таким.